Пока Кирилл 25 занимается какой-то фигней в своем телеграме, Пабло выигрывает в моем чемпионате. И пока вы набрали плюс 100 подписчиков, всего за 16 дней вышел новый подкаст Супер Жорик и всем салют! Это новости Ёжика Шоу. И сегодня вы узнаете, что же произошло в мире концептов и концептеров за последние 2 недели. Всем доброго времени суток, с вами, как всегда, Ёжик Шоу. Я вернулся снова после 2 недель без новостей. И сходу хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, а он уже в эту субботу. В честь этого давайте набьем здесь 35 лайков до нового выпуска, а также подпишемся, ведь мы идем, хотя стоп, что, уже дошли к цели в 900 подписчиков. В прошлом видео было 800, а в этом 900. Но 1000 до Нового года это, конечно, нереально. Но давайте попробуем набрать 1000 как можно скорее совместными усилиями. И мы погнали к ролику. Начнем с того, что да, теперь у меня уже 900 подписчиков. Но честно сказать, я достиг этого не самым верным путем. Я выложил Raffle Talk, который в итоге набрал 3000 просмотров и принес мне много подписчиков. После этого я просто перезалил его, чтобы проверить, может ли один и тот же ролик залететь 2 раза. И да, перезалив принес аж 3800 просмотров и гигантское количество подписчиков. Но в любом случае, скажу спасибо всем, кто помог мне в достижении цели. Как вы могли заметить, на прошлых выходных прошел полуфинал и финал моего чемпионата, в котором победила команда Пабло и получила ежик премиум на месяц. Поздравим победителей, но скорее всего это произошло потому, что один из основных игроков команды Punch, они были противниками Пабло в финале, не смог участвовать и за него играл менее скилловый запасной, из-за чего Пабло выиграли, а Punch проиграли. Но, возможно, это и не так. Кто знает. Переходя к БТК, невозможно не отметить видео Супер Жорика в новогодней тематике с бойцом Ноэль. Зимние скины – это Снежок Сквик, Уборщик Мортис и Клаус Лэр. Также не обошлось и без второй тематики и разных изменений, о которых можно узнать в оригинале по ссылке в описании. Далее, также в тематике зимы новый Марсель Толк с бойцом Токи. Кстати, я участвовал там. Прекрасные скины – это Санта Гром, Снегурочка Пайпер, Новогодняя Биби и Ёлка Спайк. Следующим бойцом стал Тед. Третий перс клубной лиги – это Джейк. И последний, четвертый бравлер – это Джон. Ух! В новом году холодно, но в космосе еще холоднее. Как раз в космосе новый БДК от мопса в траве с новеньким персом Дроп. New skins as Cosmo Злодей и Cosmo Medusa Lu. Также нечто гав с гуманоид Ева и музыкальный Гейл. Также музыка есть и на дискотеках. На одной из них прошел БТК от Супер Бро с новым бравлером Тед. Новейшие скины это диско Гавс и диско Нани. Конечно, здесь есть второй боец Мэр, легендарной редкости. Но мы возвращаемся к тематике Нового года вместе с БТК от Феникса. Там вас приветствует боец Сноу. Здесь будут праздничная Шелли, помощник Эдгар и эльф Газ, сражающиеся против злой елки Спайка и ледяного элементаря Барли. А в новом БТК Наруто, который тоже про Новый год, выходит новый бравлер Дэн со скинами Ночной Гавс, Ночная Мэнди, Ночная Нита и Хоррор Спраут. Следующие бойцы это Драго, Мэнни, Вол и Гэри. В новом году и новый БТК от Magic Talk с персонажем Smash. Новые скины это Новогодний Газ, Новогодний Гром и Повелительница Воды Роза. Также Magic, как и многие другие, создал свою игру на Pocket Code. Убедительная просьба, перестаньте делать свои игры на Pocket Code. Их и так уже достаточно.
Ладно, это решение ваше. Новый БТК, о котором вы и без меня знаете, это видос Кирилла 25. Тематика здесь фабрика концептеров. Новый боец – это Ноа. Новые скины – это звукорежиссер Кольт, работник фабрики Карл и маска Сквик с масками концептеров. Также здесь есть очень топовая анимация с пасхалками. Далее, у нас запрещенный на моем канале БТК, поэтому об авторах вы можете догадаться по видео. Новый БТК о удалении Brawl Pass со скином Защитник Брок. Не забываем и про Бравлера Блуд. Также, новый лавовый Бравлер – это Лавер. Еще один не менее запретный БТК, снова в тематике зимы и с новым персонажем Айс. Новые скины – это Новогодний Гром, Ёлка Пайпер, Санта Карл и Раздатель Подарков Калет. Второй боец – это Эпический Перс Гифт. На этом наши БТК кончились, а мейков нет. Поэтому я сразу представляю вам победителя среди комментариев прошлого выпуска. Если хотите и сами сюда попасть, обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и удачи вам в скором 2023 году. С Новым Голем! Всем пока!